Здравствуйте, наши маленькие друзья! Детство – прекрасная пора в жизни человека. Сделать его более ярким и запоминающимся помогают не только книги, но и наши добрые друзья – журналы. Репертуар детских журналов интересен, красочен и разнообразен. Журналы еще называют периодическими изданиями. Это такие издания, которые печатаются за определенный промежуток времени. Например, один раз в месяц или два раза в месяц, а может быть и один раз в два месяца. В детских библиотеках всегда можно найти и почитать интересные и увлекательные журналы для дошкольников, младших школьников и детей постарше. Их очень много. Предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться с периодическими изданиями, представленными в фонде нашей библиотеки. Интерактивный детский журнал «Маша и Медведь». С ним вы окунетесь в захватывающие приключения всеми обожаемых героев непоседливой Маши и увольня Медведя. Почитайте веселые комиксы, разучите стишки и песенки, разгадайте загадки и головоломки. Здесь можно разрисовывать и рисовать. Развивающий журнал «Щенячий патруль» для самых смелых мальчишек и девчонок, готовых совершить героические подвиги вместе с командой щенков-спасателей. Нужна помощь? Только позови, и тебе на помощь примчится дружная команда спасателей. Отважным щенкам все-все по зубам. В каждом журнале странички чтения для самых маленьких, развивающие и обучающие задания, раскраски и набор ярких наклеек с персонажами мультфильма. Журнал «Умняшины книжки» поможет не только весело провести время, но и подготовиться к школе. Вы побываете в мире чудесных приключений и познавательных заданий. Закрепите свои навыки письма, чтения и счета. Научитесь мыслить логически и решать творческие задачи, рисовать и мастерить всевозможные поделки. В каждом номере наклейки, игры и более 20 развивающих заданий для самых маленьких. Развивалки. Яркий и красочный журнал для девчонок и мальчишек. Он в доступной игровой форме помогает развивать навыки и умения, необходимые каждому ребенку. Логику, воображение, память, мышление, развитие речи, умение фантазировать, конструкторские способности, мелкую моторику. В каждом номере вас ждут увлекательные конкурсы. Для малыша каждая страничка журнала «Маленькие академики» – это красивая картинка с яркими героями, веселыми шрифтами и забавными детальками. Это одно из лучших образовательных изданий для подготовки к школе. Герои журнала – 5 малышей, которые отправляются на учебу к волшебникам, мастерам своих наук. Вместе с ними читатели освоят математику, чтение и письмо, цветоведение, логику и окружающий мир. Вас ждут развивающие дидактические игры, разрезные карточки и игрушки. Также дошколят ждут веселые, полезные, литературно-развивающие журналы, журнал сказок, «Эртегалер Алименде» в мире сказок, АБВГД, «Непоседа», «Балдырган» с захватывающими сказками и чудесными стихами, с прекрасными иллюстрациями, игрушками-самоделками, раскрасками и настольными играми, с запутанными ребусами, головоломками и кроссвордами. Журналы станут отличным подспорьем для развития устной речи и памяти ребенка. А для ребят постарше развивать интеллект и воображение помогут такие журналы, которые через игры и литературу рассказывают детям о важном и интересном, стимулируют их к творчеству. «Веселый затейник» – это настоящая школа будущих эрудитов. Фокусы, шарады, головоломки, сказки, забавы, ребусы и кроссворды, викторины, потешки, стихи и песенки, оригами, загадки и многое другое. Фантазеры – это не только сказки и истории, но и много заданий на развитие логики, смекалки и мелкой моторики. В издании есть комиксы, ребусы, головоломки, игры-бродилки, кроссворды и прочие занятия, которые развлекут, увлекут и обучат маленьких читателей. Журналы «Мурзилка», «Айголек», «Айтше Ажитай» – содержательные и интересные журналы, собирающие на своих страницах литературные произведения для детей.
образовательные рубрики об искусстве, истории, природе, а также развлекательные и развивающие вкладки, ребусы, загадки, различные поделки, кроссворды, анекдоты. Красочные, развлекательные журналы для наших очаровательных девчонок. Все малышки хотят быть похожими на красавицу Барби, обожают ее друзей. Открыть мир любимых кукол можно вместе с журналом «Играем с Барби». В каждом номере вас ждет мир Барби-модницы, раскраски, вложение игрушка. Попасть в сказочный мир и узнать удивительные истории из жизни любимых героинь, очаровательных королевских особ, принцессы Белль, Белоснежки, Золушки, Жасмин и Ариэль, можно вместе с журналом «Принцесса Дисней». В каждом выпуске вас ждут интересные загадки, игры, головоломки, лабиринты, раскраски и другие развлечения. Главные герои и захватывающие приключения популярного мультсериала теперь и на страницах яркого озорного журнала «Сказочный патруль». Полюбившиеся всем волшебницы Варя, Аленка, Снежка и Маша раскрывают свои секреты кулинарии и магии, делятся советами о моде и красоте, знакомят с известными фактами о любимых персонажах. Также юных читательниц ждут игры и путешествия, раскраски, наклейки. Юных модниц ждет развлекательно-игровой журнал «Дневник стрекозы», в котором они могут хранить свои маленькие секреты, заполняя различные анкеты и полезняшки. В каждом номере интерактивные наклейки, раскраска и плакат, конкурсы, прикольные тесты и интересные задания, гороскопы и, конечно же, странички для секретов. Любой девчонке постарше не даст скучать журнал «Маруся». Здесь каждая найдет все, что ее интересует – красота, здоровье, жизнь знаменитостей, новинки косметики, путешествия, профессии. Также в каждом журнале конкурсы с призами, гороскоп, кулинарные рецепты с пошаговыми иллюстрациями, 2-3 постера модных групп и знаменитостей, необычный хит-парад, фотопортретная галерея читательниц, психологические тесты на самые разные темы, консультации профессиональных психологов, советы по обустройству интерьера, кроссворды, сканворды, адреса для переписки и многое-многое другое. В нашей библиотеке есть журналы для самых любознательных, для тех, кто хочет все знать. «Мир техники для детей». Это познавательный журнал будет интересен всем, кто интересуется танками, самолетами, кораблями, автомобилями, новинками науки и техники, а также истории изобретений, истории битв и сражений, истории военной техники и оружия. Яркое, хорошо иллюстрированное издание «Чудеса и приключения детям» поможет познать все загадки мира, доступно и очень увлекательно. Уверены, что каждый найдет на страницах этого журнала то, что ему интересно. Истории с непредсказуемым финалом, кроссворды, ребусы, логические задачки и многое другое. Ответ на любой вопрос, а также сказки, рассказы, кроссворды, игры, поделки, сценарии утренников и спектаклей вы найдете на страницах красочного познавательного журнала «От чего и почему». Интереснейшие, увлекательные статьи на самые разнообразные темы из мира животных и растений, истории, географии, искусства и литературы, а также материалы, посвященные актуальным проблемам школьной жизни, достижениям сверстников, увлечениям и хобби, первым романтическим чувствам. Кроме того, много интересных заданий, конкурсов и викторин ждут вас на страницах познавательного журнала «Геоленок». Твой настоящий друг – журнал «Детская энциклопедия». Он отвечает на 1000 вопросов об окружающем нас мире и незаменим для тех, кто хочет расширить свой кругозор, интересуется наукой, историей, техникой, культурой и искусством. Это хороший помощник каждому школьнику для подготовки интересных докладов, рефератов, домашних заданий. Кроме основной темы, в каждом номере детской энциклопедии публикуются интересные настольные игры, головоломки и кроссворды. Дорогие ребята и родители, если у вас нет возможности выписать эти интересные, красочные, замечательные детские журналы, то они ждут вас в читальном зале нашей детской библиотеки. Ждем вас!